без проблем. Все, нагнул русалку. Раз, блядь, через 5 минут 2 раза. Здорово, ребята. Анекдот. На берегу моря, короче, жила семья. Бедная семья. Был отец, дочь и 3 сына. Вот они тем и жили, что питались, у них была корова. И вот они, молочка, все такое, там рыбу иногда ловили. И вот однажды как-то раз приходит мама доить корову и видит, корова мертвая лежит. Она в шоке, как увидела это, сердце схватило. Ё-моё, думает, что же я теперь, чем я теперь детей кормить буду, мужа, как жить дальше? Короче, взяла веревку, мыло и повесилась возле коровы. Ну тут батя думает, ё-моё, что ж это жены так долго нету, надо пойти, молочка уже хочется выпить, ё-моё, что ж такое? Пойду в сарай, посмотрю, что она там так долго делает. Заходит в сарай, и тут такая картина, ё-моё. Корова мертвая, жена вздернулась. Он в панике, думает, что ж я делать, как я буду теперь детей кормить. Все, взял и сам повесился, короче. Ну тут дочка в это время проходила мимо, думает, что такое, мамы что-то долго нету, пойду в сарай зайду, посмотрю. Заходит, видит такую картину, ё-моё, папа с мамой висят на веревках, корова мертвая, она думает, а я что буду делать теперь? Как теперь жить, как я буду братьев кормить, что? Без родителей. Взяла и тоже вздернулась. Короче, старший сын думает, да что такое, уже обед, время обеда, а мамка не несет молочка парного свеженького выпить. Пойду посмотрю, бати говорит, нету, сестры нету, что они там, где они подевались, пойду, может, что помочь надо. Заходит, короче, эту картину, как увидел, хватается за веревку, только весится. Тут появляется русалка и говорит, хочешь, чтобы я их всех оживила? Он говорит, конечно хочу, что за вопросы, ты что, давай, оживляй. Он говорит, но ты для меня что-то должен сделать. Он говорит, все что угодно. Кинь мне, говорит, 2 палки. Он говорит, да без проблем, все, давай. Короче, палку кинул, на вторую палку у него сил не хватило. Это русалка его за петлю, короче, подвесила, повесила все. Тут средний сын думает, да что такое, никого нет. Видел, сидел там на качели, возле качели катался, короче, или на качели. Смотрит, все в сарай идут и никто не возвращается. Пойду посмотрю, что там случилось. Зашел, увидел эту картину, тоже думает, ну что, я как все... Только весится, русалка появляется, говорит, хочешь, чтобы я их всех оживила? Он, конечно, хочу, ты что, давай. Кинь мне, говорит, 3 палки. Тут, да давай, без проблем. Все, нагнул русалку. Раз, блядь, через 5 минут 2 раза. На третий его, короче, не хватило. Ну, она его взяла и повесила сама. Ну, тут младший сын тоже там где-то лазил, заходит, эту картину видит. Тоже только весится. Русалка появляется и говорит, хочешь, чтобы я их всех оживила? Он говорит, конечно хочу, русалочка, ты что? Ну, ты для меня что-то должен сделать. Он, все, что угодно, пожалуйста, только оживи мою родню всю. Говорит, кинь мне, говорит, 3 палки. Ну, тут, ну, давай, не. Тот говорит... А можно, говорит, 5 палок? Русалка говорит, конечно, можно. А можно, говорит, 6? Можно. А можно 8? Можно, говорит. А 10, говорит, палок можно? Можно, говорит, ты что? А ты не сдохнешь, как наша корова? Спасибо, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Всем добра. Пока.